Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Даная. Ян Гассарт. Мобюзе. 1527 год. Дерево масла. 114 на 95. Нидерландский живописец Ян Гассарт начинал как типичный североевропейский мастер своего времени. Но после его поездки в Италию в созданных им картинах стало явственно проступать классическое итальянизирующее влияние. Недаром направление в живописи Нидерландов, начало которого положил художник, назвали романтизм, от итальянского Рома, Рим. Особенности этого течения можно видеть на примере данной работы мастера. В ее основе лежит древнегреческий миф о том, как к Данае, запертой во дворце ее отцом, царем Акрисием, которому предсказали, что родившийся у него внук убьет его, явился в виде золотого дождя Зевс. Обычно художники изображали Данаи, лежащие на постели в своих покоях, но Гассарт поместил ее в интерьер круглого здания, идеальная форма которого навеяла античной храмовой архитектурой, а в просветах между колоннами виден город с ренессансными сооружениями. Живописец перенес действие мифа в умозрительное интеллектуальное пространство, но наполнил сцену трогательностью и чувственностью. Даная осторожно откинула от лона ярко-синюю накидку и робко смотрит вверх, откуда льются сверкающие капли. Ее юное милое лицо с пухлыми губами, девичья грудь, худые, как у подростка, ноги, залиты солнечным светом, проникающим в полуротонду и усиливающим ощущение реальности изображенного. Ну вот такое описание к работе Даная, автор Ян Гассарт, Мобюзе, 1527 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.